Служение Дерека Принца. Сироты, вдовы, бедные и угнетенные. Часть первая. Девиз нашего служения уже много лет звучит так. Достигать недостигнутых и учить необученных. Мы занимаемся этим, прилагая все усилия. Моя радиопрограмма выходит на 13 языках. Мои книги продаются в 80 странах и переведены на 50 языков. Недавно мы начали служить в Косово. Мы этого не планировали, все это сделал Бог. Мы добавили новую фразу в наш девиз. Достигать недостигнутых, учить необученных — и прикасаться к неприкосновенным. Именно об этом я буду говорить сегодня. Бог положил мне на сердце послание, я постараюсь передать его как можно точнее. Начнем с послания к филиппийцам 3 главы 9 стиха. Павел молится, чтобы мне найтись в нем, в Иисусе, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Я буду говорить о праведности от Бога по вере. Есть только один вид праведности, который прослеживается через все Писание, а именно Праведность от Бога по вере. Это очень практичная и нерелигиозная праведность. Она не сентиментальная, а приземленная. Она практична и продемонстрирована во всех периодах работы Бога с людьми. Я проведу вас через основные периоды этой работы. Начнем со времен так называемых патриархов. И откроем книгу Иова. Совсем недавно книга Иова захватила меня. Я даже не мог поверить, что в ней есть столько всего, что я там смог найти. Теологи, если вы не против использовать это слово, конечно, теологи, они меня настораживают. Слово «теолог» означает «слово Божие». Если бы теологи занимались именно этим, то я был бы рад, но, к сожалению, это не так. Это так, просто факт. Ну а главные периоды Божьей работы с людьми — это время патриархов, а именно Авраама, Исаака, Иакова, Закон Моисея, Пророки Новый Завет. Я хочу показать, какую праведность Бог искал в каждый из тех периодов. Вы увидите, что она не менялась. Она всегда была практичной и приземленной. Это книга Иова, 29 глава, с 11 по 17 стих. Это свидетельство Иова о том, как он жил. Сам Бог считал Иова праведным. Вот что сказал этот человек. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня. Око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в праведность, и суд мой одевал меня, как мантия и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Разве не удивительно, что праведность Иова не была его. В Библии нигде нет самоправедности. Иов сказал, я облегся или оделся в праведность. Он оделся в праведность, которую получил от Бога по вере. А вот дела его праведности. Давайте послушаем. Я спасал страдальца, вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Бедные, вдовы и сироты являются объектами Божьего сострадания и способом для выражения нашей праведности. Я облекался в праведность, и суд мой, или праведность моя, одевал меня, как мантия. Я был глазами слепому и ногами хромым. Отцом был я для нищих. А вот о ком думает Бог, когда говорит о праведности. Это вдовы, сироты, бедные, слепые и хромы». И можем измерять свою праведность по своему отношению к этим людям, к сиротам, вдовам, бедным, слепым и хромым. Сегодня у нас будет возможность исследовать свое сердце и свою жизнь и увидеть, сколько в нас этой праведности. А далее идет 31 глава этой книги ⁇ это самый удивительный отрывок 16 стиха и далее. Здесь Иов оправдывает себя и перечисляет грехи, которые он не совершал. То есть это список грехов. Он их не совершал, но нам нужно понимать, что это грехи. «Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. А если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли меня чресла его» и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Иов заботился о бедных, благословлял вдов, заботился о сиротах, одевал тех, у кого не было одежды. А следующее утверждение очень сильно привлекло мое внимание. Он говорит, если я не делал этого, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя. Насколько я понимаю, Иов говорит, если мои руки не участвовали в делах любви, милости и заботы о нуждающихся, то им не место в моем теле. Серьезное утверждение, не так ли? Я повторю это еще раз. Иов говорит, если мои руки не участвовали в этих делах любви, милости и заботы о нуждающихся, вдовах и сиротах, то им не место в моем теле. Это очень сильное заявление, но это правда. А теперь перейдем к закону Моисея. Книга Левит, 19 глава. Тут сказано «заботятся о бедных». Это повеление Моисея Израилю. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чистым и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Я думаю, Израиль — это единственная страна, где закон побуждает вас заботиться о бедных. Если вы не заботитесь о бедном или пришельцем, то это нарушение закона. Поразительно, не так ли? Таким был закон Моисея. И в этом контексте Бог говорит, «Я Господь, Бог ваш». Что он имел в виду? Я думаю, он имел в виду следующее. «Вот какой я Бог, и вот как я хочу, чтобы вы представляли меня». Я забочусь о бедных, сиротах и нуждающихся. Я не одобряю эгоизм и жадность. Найдите того, кто нуждается в вашей помощи, и помогите Ему. Тогда вы будете представлять меня таким, каким я являюсь. Книга Второзакония, 14 глава, 28 и 29 стихи. Тут написано: По прошествии же трех лет, отделяя все десятины произведений Твоих в тот год, и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет счастья и удела с тобою». Левиты служили Господу, и у них не было географического наследия. «И пришелец придет, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются». Дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать. Господь сказал Израилю, если вы хотите иметь Божие благословения, то вам нужно заботиться о бедных, вдовах и сиротах. Когда вы радуетесь изобилию, которое я дал вам, не забывайте о них. Это очень сильные слова. Они четкие и ясные и всегда несут одно и то же послание. А теперь мы перейдем к пророкам. Книга Исаия, первая глава. Заметьте, что Исаия обращается к очень религиозным людям, но они не были праведными в глазах Бога. Бог говорит: ваша религия утомила меня, она мне не нужна. Интересно, не говорит ли Бог этого некоторым христианам? «Меня не интересует ваша религия, она меня не впечатляет. Просто перестаньте». Итак, Исая, 1 глава, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Сильные слова от Бога. И ваша религиозная деятельность меня не впечатляет. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы молитесь, я не слышу. Ваши руки полны крови. Бог говорит, не приходите ко мне с молитвами, если ваша жизнь не соответствует моему слову. Затем Он говорит, чего Он от них требует. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Чего ждет Бог? Не пустой религиозной болтовни обрядов, а практической заботы о тех, кто в этом нуждается. Научитесь делать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряное, как снег у белю. Видите, религия не впечатляет Бога. Они были заняты религиозными обрядами, но не заботились о людях, которые нуждались в их помощи. Бог говорит: если вам нужно мое благоверение...» то вот что вам нужно делать. Научитесь делать добро, ищите правду. Вы понимаете, насколько для Бога важна справедливость? Это стало для меня откровением. Бога очень сильно волнует справедливость. Он ненавидит несправедливость. Научитесь делать добро, ищите справедливости, спасайте угнетенного, защищайте сироту вступайтесь за вдову. Везде в Библии, где говорится о том, чего требует Божья праведность, упоминаются сироты и вдовы. А у Исаии в 58 главе описано то, что Дэвид Уилкерсон называл ключом к постоянному пробуждению. Вот пост который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторг всякое ермо. Вчера мы постарались это сделать. Я верю, что многие бремена были разбиты, и многие угнетенные получили свободу. Это то, чего Бог ждет от церкви. Читаем далее. «Раздели с голодным хлеб твой из китающихся бедных, введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся». Я думаю, что это можно сказать о Соединенных Штатах. Я стал гражданином Америки. Это был мой выбор. Я благодарен за все привилегии, которые доступны мне. Хочу спросить, кто ваш единокровный? Когда Бог обращается к Израилю, то кого Он имеет в виду? Израильтян. Когда Бог обращается к вам, то Он имеет в виду ваших сограждан. Насколько Вас волнует и заботит судьба ваших сограждан? Я британец, и вы можете на меня обижаться. Британии нечем хвалиться, но многие города Америки являются вопиющим позором для этой страны и для церкви в этой стране. Если церковь не заботится о них, то Бог имеет к церкви то же отношение, что и к Израилю. Прекратите религиозную деятельность. Делайте что-то. Несколько лет назад я жил во Флориде в доме с бассейном. У меня большая семья. Боже, я расскажу вам о ней. Некоторые из моих дочерей с мужьями и детьми, моими внуками, то есть, были у нас дома. Они бегали, играли у бассейна, и четырехлетний мальчик упал в бассейн. Его выловили, и вот он стоит мокрый на краю бассейна, смотрит на всех нас и говорит, сделайте хоть что-то. Когда я смотрю на церковь, мне хочется сказать то же самое. Сделайте хоть что-то. Пожалуйста, сделайте хоть что-то. Надеюсь хоть кто-то со мной согласен. Так давайте же посмотрим на ключ к постоянному пробуждению. Это книга Исаия, 58 глава, 6 стих. Вот пост, который я избрал. Это слова самого Господа. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо. Это мы делали вчера на служении освобождения. Думаю, это было именно то, чего хотел Бог. Думаю, что Бога не очень впечатляет религиозное достоинство, особенно если им прикрыты проблемы и грехи. Разделись голодным хлеб твой, из китающихся бедных введи в дом. Сегодня мы называем их бездомными. Кто из вас делает это? Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся, от ваших сограждан. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Вам приходило в голову, что есть ключ к исцелению? Иногда нам нужно что-то сделать, чтобы высвободить Божие исцеление. Бог говорит, «Если вы сделаете то, чего я хочу от вас, то я высвобожу исцеление, и оно придет быстро». И правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возыпиешь, и Он скажет, вот я. Бог гарантирует ответ на молитву, если мы исполняем эти требования. Книга Иезекииля, 16 глава. Это один из самых удивительных отрывков Библии. Это утверждение о грехе Содома. Если бы вас спросили, какой главный грех Содома, то все бы хором ответили «гомосексуализм». Удивительно, что когда Бог перечисляет грехи Содома, то не упоминает гомосексуализма. Иезекииля, 16 глава, 49 стих. Эта глава обращена к Иерусалиму, и Господь называет Садом ⁇ сестрой Иерусалима. Давайте посмотрим это местописание. Вот в чем было беззаконие Садомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, присыщении и праздности. И она, руки бедного и нищего, не поддерживала ни одного упоминания о гомосексуализме. Удивительно, не так ли? Это похоже на современную американскую культуру. Я прав? Гордость, пресыщенность, праздности. Нет поддержки для руки бедного и нищего. Я думаю, что в такой культуре всегда будет проявляться гомосексуализм. Я думаю, что именно такая культура является причиной сильного роста и расцвета гомосексуализма. Результатом такого образа жизни будет именно гомосексуализм. Но гомосексуализм ⁇ это не корень, а плод греха. Корень греха ⁇ это пресыщенность, праздность и не оказание помощи бедным и нищим. Условия приветшие гомосексуализму в Садоме привели и гомосексуализму в Америке. Вы уж, пожалуйста, не подумайте, что я оправдываю гомосексуализм. Это ужасный грех. Но его корнем является потакание своим прихотям, а это характерная черта современной Америки. Скажите, я прав? Я прав? Думаю, вы не будете со мной спорить, но вы можете, если хотите. И еще один отрывок из книги Даниила. Даниила, 4 глава, 24 стих. Вам нужно знать предысторию. На Бухудоносору приснился ужасный сон. Он увидел дерево, которое срубили, и от него ничего не осталось. Он обратился к своему другу и советнику Даниилу. Даниил сказал, «Царь, дерево — это ты. Если ты не изменишься, то будешь срублен». Затем Даниил предложил простой совет, как можно избежать приближающейся катастрофы. Даниила, 4 глава, 24 стих. «Посему царь да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою или праведностью. Это и есть покаяние. Не какой-то мысленный и постепенный процесс разрушения греха и замены его праведностью. Это и есть покаяние, и беззаконие твои милосердием к бедным. А вот чем может продлиться мир твой, Навуходоносору нужно было проявлять милость к бедным. Он этого не сделал. Дерево было срублено, и на него пришел суд, предсказанный во сне. Может ли это касаться современной Америки? Можем ли мы оттянуть или отменить Божий суд с помощью праведности и проявления милости к бедным? Мы — богатая страна. Мы можем позволить себе быть щедрыми. Я хочу сказать, что американцы были очень щедры ко мне. Я говорю об этом не потому, что я нуждаюсь или жалуюсь, но я думаю, что Америка на пути к суду и к катастрофе. И мы можем обратить это только одним способом. Так, как Даниил советовал Новухудоносору разрушив грехи праведностью, полный переход от греха к праведности, от тьмы к свету и проявление милости к бедным. Вам приходило в голову, что так мы можем обратить или оттянуть Божий суд на США? Не какая-то политическая организация, а мы, Церковь Христа, должны проявлять милость к бедным. В конце я хочу поделиться с вами личным опытом, а потом можете поспорить со мной, если захотите. Давайте перейдем к Новому Завету. Поразительно, что в Новом Завете Божья праведность не поменялась ни на йоту. От христиан он ожидает того же, что и от патриархов и от людей времен закона и пророков. Вы знаете, что Бог послал перед Иисусом предтечу Иоанна Крестителя? Он нес послание о покаянии всего в одном слове «покайтесь». Вот и все. В Евангелии от Луки, 3 главе, с 9 по 11 стих — мы читаем такие слова. Это слова Иоанна Крестителя к его современникам. Итак, Евангелие от Луки 3.9. «Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Видите, недостаточно того, что вы просто не приносите плохие плоды. Бог требует хорошего плода. Бесплодное дерево будет срублено так же, как и приносящее плохой плод. Бог принимает только один вид дерева. Дерево, приносящее хороший плод. Уже и секира при корне дерев лежит. Вы знаете, что означает слово «радикальный»? Оно происходит от латинского слова «радикс», что означает «корень». Значит, радикальный — это тот, что разбирается с корнем. Послание Иоанна Крестителя было радикальным. Он говорил, что нужно избавиться от корня и от дерева, не приносящего хороший плод. Я считаю, что христианство это радикальная религия. Если оно не радикально, то это не христианство. Я имел привилегию служить в 60-х так называемым людям Иисуса. Если бы хиппи были во времена моей молодости, то я был бы хиппи. Но их не было, поэтому я был хиппи сам по себе. Но я их понимаю они мне близки. Они протестовали, потому что были недовольны состоянием общества. Они не знали, как это выразить и что им делать. Они просто не хотели отождествлять себя с этой материалистической культурой современного мира. Многие молодые люди тянутся к чему-то правильному. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.